вами играть. Давай наступаем, наступление сколько получится? А хрен его знает. Леха уже придумал. Ну так-то 4 или 8. Ну сейчас давай посмотрим сколько. Наверное 4 попробуем, может быть 8. Лучше. Если попрет, что 8? 3. Давай. Куда мне подписывать?
смотрения ждать, что вернулся живой молодой. Сколько нас все нечего терять, а мне все, вот я и живой. Живой, здоровый, приведу вам нового. Раскину руки, небо обнимать, твой свет увидеть, твой голос слышать, и сказать ни слова не взять. Ох, не спи, мою солнышко. Ох, не спи, мое солнышко. То же самое. Самое сложное, что со скрипкой нужно будет договариваться, потому что нужно придумать вообще, на скрипке вообще как бы, в мурийском плане, как бы это, нужно ее там как-то так, чтобы не слишком много, потому что мурийская как бы, ну... Да, это мы подредактируем, главное, чтобы это было не записано на камеру, чтобы она это не увидела. Это немного... Ей как-то даже в некоторых местах хватило бы просто ноту одну держать, как бы, и все было бы четко. Вот это же проще, 18 дорожек прописал. А, ну выбрал. Потом нет, там по кускам выбираешь. Ну так тоже... Ну, а то и продюсер. Что ты про бас-гитару? Ты, Сань, слышишь, что ты в этом припеве, про бас. Припеве, допустим, рэ берешь, здесь бас нужен, ну, то есть вот у нас соль берешь здесь. И вот смотри, вот там вот эти паузы, да, у нас вот там. Здорово, ты там что-нибудь вынул? Чтобы в паузах не было у нас таких сильных, ну как, чтобы там бас был в паузах. То есть больше динамики там надо добавить. Сейчас разберемся, более уверенно. Ну давай. Что-то там дорулить можно. Ты повернись к камере, ты так некрасиво. Спиной. Лицо у нас спиной. Thank you.
мне мечтать, чтоб вернулся живой водой. Столько нас и всех нечего терять, а мне есть чего, вот я и живой. Живой, здоровый, приду обнова, раскину руки небо в нас. Все так же пошло там до и не до, до и да, точно так же, короче. Оно везде, короче. Так, еще только после куплета сразу до. Еще вам вопрос. Вот этот аккорд, который вы последний берете, то есть вот после вот этого. И еще этот момент, может быть, вот перед «Не спи, мое солнышко», не знаю, там, или два раза стукнуть, потому что... Не, а там фишка была в том, что как бы там вокалист дает. Она для зала фишка. Ну это панты корявые. А ну девчонка нравится. Там осталось, там может вообще пауза затянуться. Вообще затянуться пауза. Да, девушки начали кидаться трусами. Да, да. Потом... И ты ждешь, да, посмотрел, да, сколько трусов, мало. И опять. Там как бы да, там раздрай получается. Ох, не спи, мое солнышко. Да, ох, не спи, мое солнышко. А как там подойти к ней? Она такая просто вот эмоциональная, короче, фраза. То есть, если ее забивать точно, короче, она уже какую-то фишку потеряет. Все готово? Это я здесь еще. Нет, там запирает. То есть, как бы просто стунок говорит. Ох, не спи, мое. Ну а что у тебя стука в банках, какая разница? В смысле, как я говорю? Ты понимаешь, потом ох, не спи, мое. Потом вот я паузу задержал. И сам вообще подумал, а что случилось? Ну, а потом как? Чё он пить перестал? Да, чё он пить перестал? Может, что-нибудь бросить? Не,
не, серьезно. Вот, и потом... А получается, в общем, то ли как вот то, что динамично, то, что тут, значит, на это, на вокале. Еще надо в куплете. Скажу, что перед «Ох, не спи», я два раза стукнул. Да? Не, понимаешь, вот получается, как бы, что ту часть закончили, да. Ты, ох, ох, не спи, мое солнышко, и получается, ох, не спи, мое, и как бы тут, и, ну, и все кинулись, как бы, следом, да. Следом за да, тобой. Да, да, вот фишка. То есть, может быть, Не, почему не надо? Наоборот, там в этом как бы суть. Так не, понимаешь, если будет как бы. Ну будут барабаны еще. Еще будут барабаны, если мы будем. Так тем более барабаны. Ты представляешь, барабаны нам, пятеро не, человек. Барабаны нам и отчитают в этот момент. Так все-таки будет отчет. Все-таки будет. Почему? Так вот именно. Не, так вот зачем тяни? От чего? Лёха, ты тяни. Кого тяни? Вот видишь, одеяло, что ли? Себя завесь. Да это все сразу понял. Он такой, ох, не спи, мое. Бум. А, и все. Так, а да, уже орел, да. Ох, не спи, мое. Тын, и бам, и все. Ох, конечно. А тебе даже не надо, там просто ох, вот по хэту ударить. Все. Солнышко. Ну, или так. Как бы там не хотелось бы жертвы, там можно бы лишь паузу тянуть. А если ее вот так отбивать как-то, то оно бы палево лучше. Я просто вот это, слышишь? Если как вот Леха говорит, что будет пятеро человек, просто говоря, играть одну песню, да я в курсе. То любой как бы косяк, вот допустим, да, там, да, с голосом, как обычно, там, со всем чем угодно, он просто выпадет. Ну что-то человек. Нужно придумать, может. Пятеро быть... человек у нас. Шесть будет. Ну, извини. То если шесть, тогда все нормально. Давай первую сыграем сейчас. И потом сразу вторую. Надо эту закрепить, потом первую. Ну давай. Да зачем? Там есть ритм, смотри. Ну, допустим... Ох, не спи, моё. Ты вот просто ты протяни так голосом, чтобы можно было купить. Ох, не спи, моё. Сон, как бы, можно так спеть. А можно, ох, не спи, моё. Солнышко. Ох, не спи, моё. Вот сделай вот так просто по гитаре. Вот так. Ох, не спи, моё. Ну, давай вот сейчас. Ох, не спи, моё. Солнышко. Не, смотри, вот смотри. Ох, не спи, моё. Пить. Вот так вот. Ох, не спи, моё. Нет, ты сначала ох, не спи. Да, вот так вот, да. Ну вот сейчас возьми этот аккорд. Или даже не возьми аккорд, ты же там глушишь просто струны. Я не глушу, я говорю. Нет, даже ты. Ох, не спи, моё. Вот, вот, видишь, будет же как бы вот там у тебя дальше. Ох, не спи, моё. Нет, ты возьми аккорд на не спи, моё. Ты же берёшь. Пошёл какой там, вот, да, да. Ох, не спи, моё. Солнышко, вот перед тем, как солнышко, ты себе... Ох, не спи, моё. Не спи, моё. Подожди, Игорь, это
херня, это мы же учиться можно так вот делать. Почему? Нет, ты не бери аккорда. Ты не бери аккорда. Да ты не бери аккорда. А я вот сейчас буду учиться вот этой херней, ох не спи моё. Да ты струны заглуши. Да, просто заглуши. Ох не спи моё. Солнышко. Не надо аккорда там брать. Ты вот возьмешь. Ох не спи моё. Трын и... Нет, не трын, даже просто заглуши. Ох не спи моё. Ох не спи моё. Солнышко. А, вот так что ли? Ну можешь просто вот даже по банке. Вот смотри. Давайте тогда так, вы сами это щелкаете для себя в голове после «Ох, не спи моё», да ради бога. А в голове не получится. Ну, потому что ты-то можешь, щелкните. Ты-то у тебя там в голове щелкает. Я вам скажу «Ох, не спи моё», а вы щелкните, ради бога. У тебя в голове там, щелк. Да, я в голове, другой момент щелкает. Я скажу «Ох, не спи моё», а вы щелкните. Нет, а, ну давай, давай. Давай. Ну-ка давай сейчас, до этого еще. Нет, ну прям с припева. А, вообще с куплета? С припева. Живой, здоровый, иду в обнова. Еще, да? Да. Видишь, давай. Отсюда? Видишь, что смотри? А. Ох, не спи, моё. Ну не, а еще? Ну что, ну, давай еще раз. Давай. Обним. Потом и смотри. Так ты там аккорд взять. Держишь, ты там должен аккорд взять, ля мажор. Я держу его. Я не, на солнышко я ничего не беру. До солнышка, то есть ты вот смотри. Не, я вот я взял. Да. Все. Ох, не спи, моё. Вот так сделаем. Ох, не спи, моё. Ну, ты когда хочешь, можешь поспеть. Да. Чё, ты так долго будешь ждать? Ох, не спи, моё. Всё, нормально, видишь, вот так лучше. Ну, сейчас всё чётко как выступает. Ну всё, тогда ох, не спи, моё, и щёлкаем вместе, либо... А тогда можешь хоть сколько тебе паузу сделать, ну, вот, там, ждать там. Там девчонки, да? Да, девчонки, что включали. Камон. Я как эта группа, эффект, не как эффект, да, этот был. С пузом делал зарядку. Кстати, это был разговор-то. Помнишь, ты говорил про треугольник 97-го или 96-го года? Есть. Есть, да? У тебя уже есть даже. С коробками, что ли? Да, вот где там мы там всем хором, мы там такая куча лажи, лучше не смотри, не плачь. Заплакал. А что это хор? А что это, где концерт? Мы с Грозовым отталкивали от микрофона. Ну там, ну там. А, в смысле, там на фесте? Да, первый самый фестиваль с Мишей. А, Миша ушел как раз перед этим. Театр какой-то там. Музыкального абсурда. Да. Там что-то народ, знаешь, тусуется весь, ты понятно, ходит еще. Кто музыкант? Эти туда посмотрели. Где, на сцене было что-то? Да, Мы старыми гномами выступали на 97-м, на 13-м. А там это даже треугольник. Это уже без нас, да, выступали? Еще это, без нас. Это еще без нас. А, это раньше было? Там был старые гномы? Коля и даже там. А после этого вас не хотели пускать, да? Да, после этого нас не хотели пускать. А, когда с коробками телевизор ходил? Да, когда он сказал, в вашем лице рукав был мертв, Византий. Они взяли гитарами, забили просто. Олег обиделся, короче. Сказал, да, это типа, пошли в жопу. А, и пошел. Кто сказал, поехал? Олег, ну поехал, Олег я в Вену. Подошел. А что он в Вене, кстати, бахтовый работает или постоянно сейчас? Ну, после свадьбы, у него была свадьба 13-го. Он мне прислал там фотографии. Чего 13-го? В январе. А, в январе. Он мне без фоток там целая куча прислал. Привет, и всем передаю.